Повторы. Как на заказ. Уже на ваших экранах. Начали хоккеисты Металлурга очень убойно. Несколько бросков сразу. И вот она. Зачетная попытка. Такой даже скорее наброс. С неожиданным рикошетом для Максима Еременко в верхний угол. 1-0. И Металлург почувствовал себя очень и очень уверенно. Понял, какая здесь атмосфера и как нужно против Рязани играть. Потому не прошло и 30 секунд, как вторая шайба уже оказалась в воротах Максима Еременко. Потерялся. Здесь и вратарь, и защитник, и в итоге ближний угол прозевал. Страж ворот Рязани ВДВ. Рязанцы поняли, что нужно просыпаться. И начали атаковать. И вот она же первая ошибка Матвея Ботова приводит к тому, что Владимир Конов сразу возвращает интригу в эту игру. 2-1. Недолго рязанцы горевали. Но и Металлург. Мудростая лукаво. Понял, что разница в две шайбы лучше, чем в одну. Потому быстро вернул плюс 2 к общему счету. И на этом так первый период и закончился. Еще несколько подходов и к воротам Максима Еременко, и к створу Матвея Ботова мы наблюдали. Но на этом все совершения команд и закончились. И дальше уже мы можем переходить к периоду под номером 2, который мог стать спасителем для Рязани ВДВ, но он не стал, поскольку все те броски, которые наносили, а именно 14 бросков, они прошли мимо створа. Мимо вот этих голевых свершений. Матвей Ботов хорош. Где-то и везения не хватило. Хотя Савелий Шерстнев признавал, что Рязань смогла укротить фортуну в каких-то эпизодах. И, конечно, не без доли везения в этом сезоне играют рязанцы. Но играют, и победные играют. И вот это поражение как возможность снова передохнуть. Такие уже случались у Рязани по ходу этого сезона. И этот матч исключением, наверное, не станет. Ну а Металлург опять идет вот по своей черно-белой дороге. Вот этот пешеходный переход для новокузнецкого Металлурга. Победа-поражение, 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 победа. А что дальше? Неужели торпеда Горький обыграет Металлург? Ну вот по такому закону жанра быть может. Но сегодня рязанцы не то чтобы чудо не совершили. Сегодня мы все ожидали равной игры. Она такой и выдавалась, но промежутками Металлург смотрелся куда убедительнее за счет своих действий, кстати, один в один. Хоть и Рязань пыталась доставать свои козыри в виде силовых приемов, это получалось делать не всегда. Но свою толику и Матвей Ботов внес, когда уже защитники были отыграны, а сегодня они действовали крайне внимательно у Металлурга, не допускали. Вот лишь изредка вот такие эпизоды в исполнении Антона Андрианова, но это скорее исключение из правила. Отличная игра от Печки. Переводить по номерам 3 у Металлурга. И отличная заброшенная шайба, которая стала, да, в какой-то степени решающей, которая позволила Металлургу играть по крупному счету. И дальше возможность расслабиться. И вот они подходы. И вот они броски, вот они щелчки. Вот они снова пустые ворота перед хоккеистами Рязани ВДВ. Но не всегда удавалось сыграть вторым темпом перед Матвеем Ботовым. Сегодня тоже как немного растерянно выглядели нападающие Рязани, но в отдельных эпизодах, как здесь, Антон Андрианов быстро реагировали и покатили хозяева в шестером играть. Надо было спасаться. 4-2. Что еще делать, когда уже ничего не получается? Надо рисковать. Ставить все на зеро. На зеро в воротах, и в итоге пятая шайба, и на этом эта встреча формально и закончилась. Мы с вами прощаемся. Любите спорт так же, как любим его мы, и тогда он вам обязательно отойдет за ценностью. У микрофона был Николай Трубин. Спокойной ночи.